Проект ТОСА из Чердаклинского района стал одним из победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Заявка жителей села Андреевка получила название «Да, это улица, да, это дом». Идея пришла еще во время пандемии. Из 500 домов таблички с адресами были не на всех. Когда скорая помощь приезжала к больным, врачи зачастую были вынуждены спрашивать у прохожих, где нужная улица и где нужный дом. Благодаря проекту таблички с адресами появились сразу на десятки сельских улиц. В проекте участвуют три отряда. Один отряд молодежный, волонтерский отряд. Они прошлись по улицам, выявили дома, где нет вывесок. Дальше подключили серебряные волонтеры. Они выявили списки. И сейчас у нас третий отряд работает волонтеров, которые помогают вешать вывески тем, кто в этом нуждается и кто не может сам повесить. Всего было изготовлено 150 табличек с адресами, которые торжественно вручили волонтерам серебряного возраста, детям войны и труженикам тыла, а также малообеспеченным.